Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале «Мамины советы», и сегодня мы с вами приготовим нежные и сочные котлеты из индейки. Это уже давно любимое блюдо всей моей семьи. Вот что нам понадобится. У меня чуть больше 2 кг филе индейки, половина бедра и половина грудки, 700 грамм капусты белокочанной, пара луковиц, половина головки чеснока. Мы возьмем где-то 3-4 ложки майонеза, так как филе индейки вообще сухое, и нам нужно немножко маслица. 3-4 столовые ложки манки. Из приправ я возьму смесь перцев, соль и итальянские приправы. Ну и растительное масло для жарки. Итак, готовим. Сначала мы пропускаем через мясорубку капусту, но обязательно возьмите сито, так как она даст сок, и он нам не нужен. Капусту пока отставляем в сторону, чтобы сок весь с нее стек. Минут на 15, пока мы занимаемся мясом и луком. Мы все перемололи, теперь добавляем в фарш капусту, она уже отстоялась. Дала сок, кстати, он очень полезен для здоровья, капустный свежий сок. Но нам в рецепте он не нужен. Добавляем манки, где-то 3 столовые ложки. 2 яйца. Я о них забыла сказать, к сожалению, когда перечисляла компоненты, но их обязательно надо. Добавляем несколько ложек майонеза, это кто как любит. Я не хочу добавлять много, поэтому 3 столовые ложки на глаз. Смесь перцев, приправа. Специи можете использовать на свой вкус, кому какие больше нравятся. Можно добавить карри, но мне больше нравятся нежные итальянские травы. Соль. И теперь все хорошенько перемешиваем. Теперь все оставляем на 20 минут, чтобы у нас набухла манка и мясо пропиталось ароматом специй. Разогреваем сковородку чуть выше среднего, добавляем растительного масла для жарки. Я чуть-чуть добавляю специи, так будут котлеты более ароматные. Лепим котлетки, какие вам больше нравятся по размеру, и обваливаем их на ваше усмотрение. Можно в муке, можно в панировочных сухарях, а можно в манке. Мне больше нравится в муке, так они получаются нежнее. Выкладываем на разогретую чуть выше среднего сковородку и обжариваем до румяной корочки где-то по 5-7 минут с каждой стороны. Потом накрываем крышкой и тушим еще на самом маленьком огне еще минут 15. Вот и все, котлетки из индейки готовы. Получились ароматные и сочные. Я уверена, они вам понравятся. Подписывайтесь на наш канал «Мамины советы», где мы публикуем простые и доступные рецепты для всей семьи.